добрейшего времени суток, с вами Гараныч и 17-я часть ностальгического видеопрохождения игры Mass Effect. Так, ну, мы с вами закончили основные дополнительные подквесты, ну, те, которые у нас были на данный момент в журнале. Сейчас мы закончим квест докладом адмиралу Хакету. Сообщение, капитан, соединяю. Адмирал Хакет на связи. А то все сдались без сопротивления. Поздравляю вас, что удалось избежать кровопролития. Значит, задание успешно выполнено. Ну и сейчас давайте полетим все-таки в туманность Армстронга. Сообщение с базы Арктура. Соединяю. Нормандия, адмирал Хакет на связи. Мы получили сообщение о активности гетов на некоторых планетах туманности Армстронга. Мы должны что-то с этим делать. Есть какая-то дополнительная информация? Мы точно ничего не знаем, но, скорее всего, они подготавливают нападение на людские колонии. Вот этим, или еще хуже. Или, может быть, это первая волна вторжения. Возможно, и нет. Мы должны все это исследовать, Шепард. Найти Сарана, конечно, самый высокий приоритет. Но нельзя пренебрегать и активностью гетов. Я дам вам информацию о координатах планет, которые вам следует обследовать. Так, ладно, давайте. Звезды системы Гагарин. Всего планет 4, это только поначалу. Каждая располагается в своей звездной системе. То есть гетты расположили свои базы в каждой из 4 звездных систем, вернее из 5, но 5 пока для нас недоступна. Гагарин, Терешкова, Хонг и Вамиши. Ладно, давайте в систему Гагарин полетим для начала. Так вот, Рейнгри, вот там на той планете одна база. Давайте сначала попробуем полазить по соседним планетам. Лишние очки опыта никогда не помешают. Здесь больше, по-моему, ничего и нет. Так, вот запись в журнале у нас появилась. Небольшая планета. Ля-ля-ля. Температурный климат и количество ресурсов ограничено. Нет никаких... не ведется никаких разработок из-за большого риска инвестиций. Так. Достаточно жарко на ней. Так, так как будем разбираться с гетами, естественно, берем технарей. То есть, ну, в принципе, можно и вот так. Давайте сначала вот так возьмем.
Тализур обязательно нужно брать, потому что, вот, например, сейчас на Ренгри, если мне не изменяет память, нам придется выйти из мака и столкнуться с то ли парой, то ли тройкой разрушителей. Боевые платформы о двух ногах. Так, команда. Так, давайте посмотрим на вооружение. Так, протоновая, да. Прошу прощения. По идее, ну как по идее, так, так это не то, вот сейчас мы, все, Шреддер в топку, что-то смотреть сколько набрали всякой ерунды. Так, зажигательные криопатроны не нужны. Нам нужны патроны, которые специализируются или на пробивании щитов, вот, или плюс повреждение какое-то для синтетиков. Вот, вот эти вот. Нет. Нет. Вот. Так, Тали. Тали. Пистолет. Здесь все нормально. Так, дробовик. Подождите. Дробовик и поменяем, естественно, на более улучшенную версию. Так, так, токсическое повреждение, но нет. Ладно, оставим, фиг с ним. Пусть будут полоневые патроны. Это, честно говоря, не так уж и важно. Так. Сейчас Гарус. Давайте посмотрим. Так. Да. Поменять его. Омни-прибор. Броня тут никому и не нужна. Так, а у нас что? Тоже полоневые патроны. Замечательно. Так. Исследовательский аутпост. Это потом. Что? Понеслась по долинам и по взгорьям. На Ренгри как раз она чуток отличается от остальных баз гетов. Там эти базы будут защищены вышками со снайперами, плюс на некоторых будут подлетать корабли подкреплений. Какой скриншот был получился, ладно. Стоп. Так, что-то там такое. Забавно, интересно. Какой-то ящик. Мака, ну что ты творишь, а? Как ребенок. Так, Гарс автомат. В принципе, автомат нормально. Которые здесь были, они отсутствуют и пропали они примерно в то же самое время, когда был получен сигнал. Ну, как-то так. Так, Гарус, где ты там? Родимый, блин. Так, тебе дробовик нахер не нужен.
Так, этот цунами 4 убираем сразу же. Вот пистолет, естественно, ему получше надо сделать. А, стоп. Снайперскую винтовку посмотрели. Да, хрен с снайперской винтовкой. Как раз именно по завершении этой миссии мы с вами получим важные данные про гетов, которые мы можем отдать Тале. То все-таки разберемся с гетами сначала. Вот там дорога из розового кирпича будет. Да не, ну нафиг это за этим металлом все шарашится. Обойдемся как-нибудь. Так, помимо гетов, здесь еще будут, как вы сами можете заметить, кто? Да, хаски. И после выхода с базы здесь будет засада. Сейчас мы место расчистим, чтобы они нигде не смогли спрятаться. И давайте подгоним мака, чтобы сразу же в него сесть. Так, Гарс у нас слева, Таля у нас справа. Замечательно.
со мной 5, 2 штуки. Дай. Твою дивизию. Сколько можно уже? Лансер 5, снайперская винтовка. Так, а что Лансер 5 у нас умеет? Лансер 5 нафиг никому не нужен. Снайперская винтовка. Эквалайзер пригодится. Так, еще здесь что-то было, нет? Фиксим. А сейчас у нас здесь встретят хаски. Ну, я имею в виду не собаки, а вот эти вот переделанные люди. Ну, как люди. Они уже не люди. Главное, чтобы на близкой дистанции не подошли гаденыши. Опа, а это уже не хаски. А нет, хаски. Фигачий гарус. Отлично. Так. Так, утали неплохо выходит, на самом деле. Так. Пока все чисто. По-моему, только пока. Дробовичок. И у нас тоже неплохо, да? Так, все. Осторожно. С другой стороны появились гетто. Саботаж, деформация. Сейчас, погодите, где они? Стоп, вот. Она на гетто послала как раз, как это называется-то, блядь. То есть он сражается за нас, против своих друзей. Ну, взломала, короче, его искусственный интеллект. Так, снайпер, сука, где ты? Все, да? Так, этого добра нам не надо. Все в переработку пускаем. Соперник 135 тоже. Ой. Так, ну здесь никаких данных мы с вами не соберем, поэтому давайте выдвигаться на поверхность. Сейчас нас там тепло будут встречать, в кавычках. И там будут только гетто, насколько мне это помнится. Раз. Спрыгнули. И все. Не, можно, конечно, с ними пободаться и в ручном режиме. Так больше можно получить экспириенса. Что-то как-то
Вот, видите, там корабль их, сволочь, ушел. Тот, который их сюда привез. Да иди ты. Нет. Надо мне на Нормандию. Я хотел выйти, нахуй, вручную его сдал. А, все, она его сломала, но фишка в том, что даже когда вы его ломаете, когда он один остается, он все равно продолжает вас атаковать. Так что надо быть поосторожным. Не разобьемся мы ли мы здесь? Или это не фамилия? Все-таки соберем этот металл очередной. Достанет уже на ровную поверхность. Депозитория. Так, летим на Нормандию. Так, выходим из системы Гагарин, сразу прилетаем в следующую по счету звездной системы Терешкова. Вот как раз нам сразу показывают антибар, они там будут. Газовый гигант. Во всех звездных системах встречаются разные вкусности. Так, вот здесь астероид, наверное, скорее всего. Да. Чей-то медальон подобрали. Залежи тяжелых металлов. Опять залежи тяжелых металлов. Так, где там антибар? Антибар даже. Вот как-то так. Метановая, аргоновая атмосфера. 10 градусов по Цельсию. Холодновато, короче. Давайте с теми же полетим. По-моему, да, на антибаре прилетит корабль, ну вот этот поддержки. Кстати, ой, красота-то какая, смотрите, два солнца, двойная система звездная. Его здесь можно сбить, то есть если очень сильно постараться, не обращая внимания на подкрепление, которое он будет сбрасывать. Одна аномалия, аж две аномалии каких-то. Ну не дай бог. Нет, ребята, сейчас опять какой-нибудь червяк. Бью. Слушайте, это было реально страшно. Сука, сдохни, гад. Ну не могло быть все просто так, да, согласитесь.
Где ты, сука, ты этакая? Молотильщик, нехороший. Все. Слушайте, ну я реально чуть личинку не отложил. А еще как его? Это по-русски-то. Контроллер в руках, он вот при появлении молотильщика, он страшно дергаться начинает. Вот когда попадают в тебя из там из какого-то стрелкового оружия, это все фигня, да? А здесь просто нереально. Как-то было. Британские руины. Так, отлично, давайте исследуем. Что мы там найдем? Британский диск с данными, ладно. Не важно. Так, а здесь что-то. Кто-то погибший. Надеюсь, не. Сейчас уже не разберешь. Сейчас посмотрим, кто это. Так, и гетто, и человекообразные гуманоиды, правда, они обгоревшие все. Хрен его знает, что это такое. Так, ну, это самое. Блин. БТР с человеческими останками. И расстрелянные из оружия гетов. В общем, короче, это какие-то исследователи или патруль, который слился. Давайте туда двинемся. Ну, там вы видели, там пара трупов гетов, тройка трупов гетов лежит, но, видать, силы были слишком неравны. Базы, насколько я помню, здесь так расположено, что к ней только есть один проход. Правда, можно и по горам, но по горам это долго, и прицеливаться достаточно сложно. Мы через проход пойдем. Ну, то есть правильно гетто базу расположили. Так, вот она будет там левее. Лунная радуга. Джем-то, значит, здесь где-то присутствует. Но так как их здесь нет, мы просто очень близко к их базе, соответственно. Ничего страшного. Вручную не буду. Кинетический буфер. Да, кстати, по поводу буферов. Ну, в хорошем смысле этого слова. Что там у тебя стоит? А, медицинский интерфейс 5 уровня, а кинетический буфер 12 щиты. Знаете, кинетический буфер все-таки поставим ему. Ладушки. Разворачиваемся. Не знаю, насколько будет длинная эта часть. Я просто надеюсь, что я вот как раз сниму все прохождение именно этого квеста. Ну, нам придется посетить 5 планет, а после этого мы еще и стали поговорим. То есть я все-таки отдам ей данные.
Черт, надо проход искать. Помню где. Ну, по идее можно, как помню, не помню, можно на карте посмотреть, да, видите. То есть, если у вас возникают какие-то затруднения, можно вот смотреть. Ага, не, не сюда, вот сюда. Там вот проход такой узкий, ущелье. Колос и несколько, осторожно, блядь, твою мать. Ракетных гетов, снайперов, которые на вышках располагаются. Да что ж ты будешь делать? Щит. Щиты все сбили, скоты. Да что ж. Ладно, попробуем. Неровные поверхности, получается, что уходим, 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 говорю, куда ты разворачиваешься, животное. Все щиты, гады, поломали. То есть представляете, на высоком уровне сложности вот здесь прорваться — это вообще самоубийственная миссия. Знаете, куда нужно? Вон оттуда, вот сверху. Ну, еще приноровиться отстреливать этих гадов. Так, убрали. А там колоса надо бы как-нибудь. Так, уходим. Здесь уже не шутки. Чинимся. Как раз на антибаре здесь самая трудная задача — уничтожить этот аванпост. А туда внутрь заходить нифига не надо. Это аванпост поверхностный, так же как и на следующих двух планетах. Но так, давайте он там щиты, наверное, уже кто же восстановил. Ладно, попробуем его задавить, что ли. Мы сбиваем с ног, получаем по морде. Отходим. Отходим, отходим. Ёпт. Да не так же, отходим. Щить. Нормально, 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 нормально. Да, забыл, что там еще. 4 ракетных вышки. Ну, что, починка пошла. Одновременно скриншот сделаю с записью. Вместе сделал. Полезная программа. Одновременно и записывает. И можно одновременно сделать скриншот. Выложу на рабочий стол. С другой стороны, их не обойти. Давайте посмотрим. А, нет, там. Видели мы с вами. Нифига. Ладно. Большую проблему как раз этот колосс составляет. Гад. Не только он. То он щиты сразу же снимает своим выстрелом. Скотина. Оп, вернулись. Твою... Ну, так, колосса готовы. Грохнули. Так, сейчас главное не здесь не слиться. Мы получили серьезное попадание. Я понял уже, что серьезное. Мы тут уже на честном слове на одном крыле держимся. Так, осталось разобраться со снайперами, ракетчиками на вышках. Сколько их там осталось, ну, неважно.
Сдавайте, дождемся ремонта и полного восстановления щитов. А хотя, в принципе, можно и не ждать. Щиты сбивает колосс. И главное, неровные поверхности. Из-за этого, ну, автоприцеливания здесь, сами понимаете, нет. И выстрелы уходят в никуда. И не стоит забывать, что сейчас прилетит еще корабль после уничтожения основных защитников и попытается высадить нам десант на под задницу. Так, сколько? Трое? Четверо? Блин. Вью! Куда ж тебя так, родной, несет? Почему попаданий нет? Ну, я вижу, тут две ракеты сразу по задницу прилетели. Так, одного есть. Да, мы получили тяжелое ранение. А эти? Тяжелое повреждение, не ранение. Когда же этот штурм, блин, превращается в какую-то сказку. Давайте не будем спешить на ровную поверхность выехать, прицелиться. Есть ракетный трупер. Сука. Десантник херов. Так, все, отходим. Вот смотрите, транспортный корабль. По идее, его можно задолбать. Да, видите, чуть-чуть. И он там нам под жопу накинул говно всякого. Вижу. Уходим, 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 уходим. Здесь главное быстро, 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 быстро смотаться. Нет! Нет, суки! Нет, я выжил. Так, чинимся по-быстрому. Это было жестко. Это как он на этом транспортнике сосредоточился, чуть мы тут не слились с вами. Так, ну это уже подвижные единицы, поэтому они могут к нам приближаться, поэтому как-то надо чуть-чуть поосторожнее. Хотя вот сюда они, по-моему, в проход лезть они не станут. Неровная поверхность, мать ее. Так, видите, здесь два гетпрайма и ракетчики. Гетпрайм очень опасный товарищ, тяжело вооруженная платформа. И в принципе, на, по мне, так они гораздо опаснее. Фу. Так, стоп, там еще кто-то остался. Да, гораздо опаснее, чем колосс. Это просто ракетчик остался, ладно. Ну как просто. Все. Гад. Так, все. Тали сказал, что два аутпоста мы уничтожили. Соответственно, можно отправляться дальше. Что из вкусности у нас? Протонные патроны, да? Дважды. Экзоскелетон. Шреддер нам нафиг не нужен. У нас там есть. Модулятор щита, ну, нет, не надо. Медицинский интерфейс можно оставить. Скелетон у нас там есть. И энергетические тоже у нас есть. Возьмем. Так, все. И что мы там? Level up, что ли, словили? Так, все было напряженно. Так, ладно, спектр тренинг. Это вот эта вот хрень, которая сейчас вот второй уровень позволяет
павших товарищей оживлять, восстанавливать им где-то в половину счета, половину здоровья и 60% счетов. Так, итальянский агент. Да, итальянский агент. Ну, потом можно ему, конечно, броньку прокачать на среднюю. Хотя, по-моему, у него это так неплохо смотрится. Так, дешифровка. Так, ну что, на Нормандию. Так, продолжаем зачистку туманности Армстронга. Следующая звездная система Хонг. Так, не это явно планета. Ледяной карлик. Казбин, значит, да? Так, пусть будет Казбин. Классическая Пригарден, планета Пресад, ну то есть какой была Земля несколько миллионов лет назад. То есть, грубо говоря, здесь еще недостаточно кислорода для нормального дыхания, но в принципе это, если у кого-то появится мысль ее заселить, это нужно терраформированием заниматься. Или ждать достаточно большое количество времени. Тех самых возьмем. Кстати, да, метеоритные дожди идут. И очень красиво. Зеленое солнце. Или это просто отсвет такой был? Давайте взглянем на карту. Так, от подкитов аномалия. Какой-то ненормальный сигнал. Давайте сначала до нападения на пост следуем мир. И птить твою налево колотить, да. Нет, солнце-то на самом деле не зеленое, а просто атмосфера дает такой эффект, видите. Блин, как же красиво сделано все-таки. Это 2007 год, ребята, уж не забывайте. Это во мне ежик в пасти. Просто я сейчас, например, играю на большом телевизоре. Ну, не на очень большом, но достаточно большом, чтобы радовал глаз все это дело. Ну, не забывайте еще одну фишку, что ролики, они у меня, конечно, в высоком качестве записаны и отрендерены, но при попадании на YouTube, ой, какая красота какая, он понижает качество изображения, к сожалению, и ну, я все понимаю, потому что в очень высоком качестве файл достаточно много весит, поэтому для сохранения дискового пространства на серверах хранения, куда мы не залезли, нахуй. Стоп, и
Зачем? Вот куда нас это? Блин, привело. Слишком низко спустились. Что ж ты будешь делать? Залезем или все-таки попытаемся? Давай, давай, родим. Давай, да. Давай, солнышко. Чтоб не сказать круче. Прошу прощения. В горле запершило. Так. Вот, что это такое за хрень? Это маяк. Так, секундочку. Скриншот. On my way. Так, что этот маяк дает, народ? Нахрена нам идентификационный жетон кого-то там? Ай-яй-яй, нет. Сейчас бы вдребезги разбились. Вот так вот. Ведро с гайками. Фиолетный дождь вообще тоже красиво сделан. Куда там нам? Этическая сила. Что, туда падать, что ли? Вы издеваетесь, животные. Просто какой-то беспредел. Ракетный двигатель, ракетный движок есть. Так, чуть-чуть подбились себе колесо, но починимся сейчас, ничего страшного. Блин. Не, забраться не проблема, вот как бы выбраться оттуда. Починим все-таки колесо. А вон он. Охренеть. Упавший спутник какой-то. Чтоб тебе. Так, вот это сразу берем. Это 6-го уже уровня. Так, нет, гарус. Пятьдесят токсического. Нет, вот протонные патроны. Нормально, 6-го левела. И давайте мы Шепарду навесим на пистолет. Нет. Полоневые патроны. Еще там есть. Ничего. Короче, сигнал. Вот от этого сигнала, если посмотрим на карту, там, походу, какие-то турели стоят. Дайте им только выбраться на оперативный простор.
Давай, 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 родина, дотягивай. Так, а что ж там турель-то это охраняет? Что за турель? Так, вон она. Ракетные турели, мать их. Не знаю сколько. Вход в какую-то базу. Ух ты, ёпта, это все-таки. Вот это попадалово. Кстати, это не аванпост где-то. Скачать отсюда. Честно говоря, я этого не помню. Чего сейчас мы сделаем? Иди сюда. Блин, мимо. Ракеты мимо все летят. Зато пули летят, пули. Колосса. Так, один есть. Четыре. Или три турели. Второй полос. Блин, сука, попал. Промазал. Ладно. Третий. Теперь с тобой давай разберемся. Скотобаза. Гетовская турель. Фу. Ну, без особых потерь как. Это была ловушка. Нет, это какой-то маяк гетов. Хотя обследуем, что это за хрень такая. Вообще ничего такого. То есть здесь даже нажимать ничего. Просто какой-то пункт связи. Садимся. Естественно. Так. Так, сам пост. Чем там надыбили? О, отлично. Модулятор щита. Так, кто у нас это? Шепард. У нас сейчас стоит экзоскелетон. Просто давайте увеличим щит. В полном порядке, ну, в хорошем смысле этого слова, сами понимаете. Так, вот сюда можно было подняться вот таким вот путем, замысловато. Понеслись через станцию на станцию. Забавно. Что ж тебя опять колбасить-то вообще? Чем забыл? Вот это. Ресурс. Очередно бесполезно. Золото.
вот эта вот дорога до базы гетов, до аванпоста гетов на этой планете. Сигнал сразу начали. Вон сюда. Если ничего не будет. Так, скажи сюда. Театр опять эти детские ракетчики. Снайперы, ракетчики. Да вы задолбали же, ребята, ну ей-богу. Что ж, я не попадаю, это нифига. Что, все защищенные такие? Вы же только яйца, да? Вы же только горы. Ну, тех надо встречать. Так, насколько я понимаю. Хрена тут прилетел. Пофигу. Чуть-чуть сюда подъедем. Отлично. Сейчас сматывается, походу. Сейчас тоже приедет какой-нибудь кораблик. Они тоже прям машут, как вы сами можете видеть. Вот, смотрите. Что ж ты будешь делать? Все, улетаем отсюда. И как уезжаем. Вот. Кого он там нам скинет? Шок-труперс. Да, просто. Обычных десантников выкинул. Ты задолбал их выкидывать. Таким макаром они тут могут долго меня обстреливать и расстреливать. А вот, попробуем его сбить нафиг. Справа у него линия его жизни. Вот что-нибудь дадут за транспортный корабль. Если гаденыш не улетит раньше времени. Сдохни, тварь, сдохни. Все. Он сдох. Где-то здесь, кстати, вот как они были, так и остались. Никуда не уходили. Они просто будут стоять. Блин. И обрабатывать нас. Здесь сразу же увеличенный trial extension, но не важно. Так, здесь перегрев, нет, trial extension. Еще какое-то месторождение, но опять еще добраться нафиг. Такими щитами. А не пошло бы оно. Поднимем руку. Резко ее опустим. Так, третий аванпост гетов уничтожен.
четвертую систему души. Так, Маджи, это, по-моему, следующая планета. Акт четвертый. На сцене те же. Да. Двойная звезда. Красный карлик и голубой гигант. Так что ли? Секундочку. Скриншот. Согласитесь, красиво. Шикарно. Шикарно. Так, это что? Это аномалия? Сигнал где-то в там. Депозит ториума. За хрень такая непонятная. Кстати, не активируется ни разу. Просто какой-то маячок неследуемый. А нет, это был просто глюк. Так, левел ап поднялся. Максимальный специалист у нас теперь Виталий по дешифровке. Кстати, это сознанием электроники никак он не связан. Хотя прикольно. Чье-то тело. Ой.
Что это за тело такое? Массивный череп. И масса для ускорения. Блин. Акселератор шот прыжков. Биологических файлов в вашем компьютере не идентифицировано данное существо. Ну, хрен с ним. Это просто для развлекухи, наверное. Не суть, так важно, да? Давайте на место падения еще одну какую-то хрен съездим. Может, просто разработчики прикалывались. Переросток покемон. Разбитая хрень какая-то. Что такое абилитивное вот это вот? Что она там делает? А, так, где там Таля? Ее на броне висит медицинский интерфейс 4. А... Плюс увеличение щита и дает еще что-то. Все-таки поехали мочить уже гетов. Нам еще на пятую планету лететь. Шепнуть. Ехали на маг. Штормило. Лилий. Чугуней. Все остальные чушь. Не спускаться не будем. Нам сверху видно все. Ты так и знаешь. Последний, тот четвертый ванпост, по-моему, находится в горах, защищен, тоже турели. Да, я уже отсюда их вижу. Дороги с хлебных крошек будем ходить, возьмем. Только здесь хлебные крошки, к сожалению, заменяют автоматические турели. Как-то неправильно подобрались. Еще один такой депозитарий. Да, раз не надо меня предупреждать. Все нормально. Мы поженимся, родится у нас дочка. Назовем ее Вася. Это легкий металл какой-то. Че, как обычно или как всегда? Обычно там стрелять легче будет по той дороге. Ее тоже
чинилок очень мало, да потому что у нас нигеля не хватает. Я-то думаю, что за фигня тут происходит. Давайте. Конечно, приношу свои искренние извинения, но нам это все пригодится чуть дальше. Все, что не нужно, мы сейчас изничтожим. У нас карманный переработчик у Мигеля, видимо. Так, протонные патроны. Вот эти пятые уничтожим. Это нам хватит. Так, Рио, Шредер. Все остальное, все нафиг. Почему нельзя было сделать так, чтобы можно было выделить все это и грохнуть? То есть перерабатывать. Решился, нифиг еще уничтожен. Вот. Блин, опять это ракетные геты, опять это чушь вонючая. Так, здесь, по-моему, гет появится. Сейчас пострелять решил, иди отсюда. Я получаю с этого подста какой-то сигнал определенный. Подождите. Да, это какой-то тип коммуникации. Исходит он откуда-то из этого звездного кластера. Скорее всего, это центральная база гетов. Мы должны ее уничтожить. То есть мы узнали, что здесь еще существует еще одна база гетов. Медицинский интерфейс 6. Все-таки тальки. Так, поставим медицинский интерфейс. Или нет? Не-не-не. Кинетические буфера. То есть третий буфер. Все здесь исследовали. Все то, что нашли. Армандия. Мы идем. Так, ну я даже сейчас смотреть не буду в журнал, потому что я знаю, что здесь звездная система Гриссом откроется, названа в честь полковника Гриссома.
Академии этих биотиков, она точно так же называется. Грисом, система Грисом, или, по-моему, на каком-то из спутников одной из планет будет находиться центральная база гетов. Так, что здесь у нас? Медальон чей-то. Какой-то, блин, выискивают. Просто непонятно. Так вот, вот здесь вот это будет. Точно. А в пространстве астероидов ничего не спрятано. Мельянчик пока не вижу. Способности отряда увеличиваются намного, что нам, скорее всего, поможет. Опять шутите. Сейчас разберемся, там какая-нибудь чушь. Капсула Азори. Так, давайте установим. Пока мы тут на этом спутнике не замерзли напрочь. Да. Все это собираем. Все равно никто спасибо не скажет. Исключительно для получения достижений в Xbox 360. Разбитый. Редеплой.
хорошо. Пригодится. На Феросе, а тем более на Навере. Ты заметил, что на карте вот этим восклицательным знаком помечено, но не показывает, что это такое. Это просто источник сигнала. Мы-то с вами знаем. Как всегда, слава богу, из стороны гор опять подбираюсь к этому месту. Который раз я прохожу здесь, постоянно вот с этой стороны. Там турели будут и колосы. Попробуем заехать. Здесь позиция излюблена, не особо рассмотрелась. Да, вот эта позиция. Тут отсюда ты не постреляешь нормально. Вообще не постреляешь. У нас могут пострелять. Сейчас. Сбиваем слаб. Заворачиваем пушку. Выстрел. Так, колос готов. Боевой разворот. Выстрел. Сбиваем слаб. Протаскиваем. Сами протаскиваем. Все тащимся от этого. Выстрел. Опять сбиваем слаб. Хорошая, кстати, техника. Все. Ну что? Суки. Все, вам каранты, блин. Гаденыш. Так, чем тебе? Что такое? Что за... Теперь тебе. Так, что-то из этого ракурса. Этот, походу, ракетчик там вообще обалдел, да? Как вы считаете, от нашей наглости? Так. Внутри там... Блин, по-моему, там призраки есть. Где-то призраки. Вот прыгающие твари. Обычные разрушители и, кажется, джиггернаут один. Это не есть очень хорошо, ладно. Сейчас только нам кого-нибудь из них заарканит интерфейсом своим магическим. Так вот, гет. Талис, сука, применяет какое-то умение свое. Ломило ему там. Как хорошо палит. Стоять. Этого года. Оверлоуд. Сука, не вижу этого снайпера. Как он мне попадает. А вот же Гернаут, видите? Самая опасная тварь. Из них всех. Так, и деформации. Готов. Осторожно. Кидается ракетами, стреляет из пулемета. Вообще такой. Чек, блин. Еще один дестройер появился.
Так, все. Так, давайте переводить. В то время как падает последний гет, вы слышите музыку, которая как раз заполняет всю комнату. На мониторе ковырянец исполняет печальную песню акапелла перед притихшей толпой. Так, в этой песне поется о мирах гетов за Валю Персея, и передатчик выключается. Так, насколько хрен его знает, по-моему, на первом этаже находится та консоль, которую нам надо ломануть. Точно и подставлялся. Нет, это тоже у нас есть. Что еще здесь? Секир какой-то там. Так, броня турянская. И сейчас подойдет, кстати, Гарусу. Так, шреддер, экзотелистон, генетический. Это все. А вот и генетический стабилизер у нас тоже есть. Шреддер, комбатный сканер, блин. Нормально. Тут, ну, правда, их тут дофига, которые нафиг не нужны. Ладно. Тоже не надо. Ладно, все остальное заберем. Гарус. Так. Нет. Пока не может носить эту броню. Да ну и пофиг. Круга у нас с нами нет, поэтому примерить ничего на него не можем. Так, Немезида. Чем мы там? Специалист по деформации. Дальше. Тактическая броня. А, вот, может теперь носить броню среднего класса. Давайте посмотрим. В общем, она легкая броня, 195-20. Ну, в общем, да, легкая броня, но нам нафиг не нужна. Что у него? Кинетический буфер. Шелк-модулятор. Так лучше будет. Так, ломаем терминал гетов в ручном режиме, если получится, сломаем. Так, да. Получаем зашифрованные файлы гетов. Так, здесь содержится реальная информация об их эволюции, с их освобождения от ковариан. То есть следующее задание, которое нам нужно будет выполнить, попав на корабль, переговорить с Тали. Это вот квест Тали и Гетта. Если нас попросит эту информацию, я, скорее всего, ей ее дам. То, что во второй части, когда они будут спорить с Легионом, можно будет с ней по-хорошему разговаривать. Ладно. Валим на Нормандию. В принципе, эта часть не такая уж и большая получится. Какие-то полтора часа, но может чуть больше.
Сразу ломимся. В машинный отсек. Ну как сразу? Дождемся, пока лифт туда доедет. Shepard, I need to talk to you. It's important. Shepard, я должна поговорить с вами. Это очень важно. Is something wrong? Конечно. You know the data you took from those GAF control nodes. Знаешь, что данные, которые... I want a copy of it. Так. Эти данные позволяют взять гетов под контроль. Информация... Ты уже передала всю информацию... командованию Альянса. Я хочу копию для себя. Ну, можно сказать, for you. Для твоего паломничества. Или просто, я понимаю. Ты должна привести эти данные медлительный флот. Данные файлы содержат все информации, которые могла бы нам понять гетов. Это... Возможно, это ключ для того, чтобы вернуть нам наш родной мир. Потом ты оставишь нас и отправишься на... завершишь свое паломничество. Не сразу. Я останусь здесь даже до того, пока мы не останемся с Аарона. Но мои люди нуждаются в данной информации. Чтобы убивать гетов, знаешь, что эта информация может уничтожить ваших врагов? Не совсем. Мы должны ее изучить. На это уйдет несколько лет. Ну, в принципе, мы можем узнать, как изменились геты, как они эволюционировали за последние столетия. Right. Go ahead, make a copy. То есть, бери мои люди, я в большом долгу, в неоплатном долгу перед тобой. Я никогда не могу с тобой расплатиться. My solemn promise to stay with you until Saren and his Geth armies are defeated. Ты должна знать, что я в любом случае останусь с тобой до того времени, пока Саран и его армия гетов не будет уничтожена. Мне не нужно ничего более. Для чего можно отдавать, можно не отдавать. В начале второй части, когда Шепарда оживляют, она летит на колонию Путь Свободы, чтобы расследовать историю с исчезновением людей. Она там встретит Тали и ее команду. Так как Шепард будет в шлеме, Тали поначалу не узнает его или ее. И если мы упомянем, что мы же отдали тебе данные, которые мы добыли на базе гетов, то она как бы сразу же нам поверит. Ну, как бы, вот как-то так. Ну, такие мелочи, но неприятные. Согласитесь. И плюс она нам теперь безмерно доверяет. Так. Ну, это была 17-я часть ностальгического видеопрохождения игры Mass Effect. С вами был Гараныч. Всем спасибо за просмотры. Всем счастливо. Пока. Да, и кстати, у меня шея затекла так же, как у... Командора Шепарда. Пока.